Ну, шестерочки, идите к папочке. Вот холера. Так, а 20 аренов к дядюшке. Гляди-ка, проснулся. Рехнулся! Не входи туда! Да брось, он скован, что мне сделается? Правда, мастер Геральт? Еще бросай. Че? Кости не прокатились. Я жулик, пошел ты. Гляди, снова проснулся. Убийца-чудовищ, мать твою, обычный выродок. А я слышал, что ведьмаки получаются из сирот, которых маги ловят. Ну и потом это. А говорят, в полнолуние чародеи с ведьмаками сношаются. Вот и зенки у них блудливые. Хватит! Отцепите его и в комнату дознаний. Ты не умер? Меня так просто не убьешь. Полагаю, нас не представили. Вернон Роше. Пошел ты. Ой, как некрасиво. А ведь мы столько прошли вместе. Тогда было другое дело. Теперь даже сидим через стол. Это можно изменить? Сесть к тебе на коленке? Бьянка! Кандалы. Ты расскажешь мне все, что помнишь о штурме и о том, что случилось в монастыре. А если я откажусь? Тогда придется тебя бить. Я командую специальным отрядом короля достаточно давно. У меня рука набита. Ты ведьмак. Выдержишь долго. Будем надеяться. В худшем случае ты вернешься в подземелье. А завтра тебя публично выпотрошат, сдерут кожу и повесят. Просто так? Ни за что? За темерию. Почетно. С чего мне начинать? Ой, это был долгий день. Начни с самого важного.